Без присмотра в Новотроицке трое детей отравились медицинскими препаратами. Полицейские установили, что ребята 12, 13 и 14 лет сами купили в аптеке таблетки, а потом их выпили. Сейчас они в больнице. Наши орские коллеги узнали подробности. По словам заведующего детской городской больницы города Новотроицка, мальчишек привезли в тяжелом состоянии. У них была рвота, слабость и галлюцинации. Как называется аптека, в которой детям продали таблетки, пока неизвестно. Но, скорее всего, мальчишки знали, что делали и какого эффекта хотели добиться. Потому что вот этот препарат содержит несколько препаратов. Как бы. Один из них, который снимает болевой синдром, другой снимает мышечный тонус. Если эта доза превышена, то мы можем получить обратный эффект, то есть галлюцинации. Детская шалость не закончилась трагедией только потому, что детям вовремя оказали медицинскую помощь и сделали промывание. При поступлении у них у всех было тяжелое состояние. Сейчас состояние средней тяжести, значит, они стали адекватно реагировать. Они адекватно понимают, они сейчас понимают, что они пили, они рассказывают, как это было. Кроме того, врачам уже известно название препарата, которым отравились дети. Именно поэтому они предполагают, что дети выпили таблетки не по ошибке. Все обстоятельства ЧП сейчас выясняют полицейские.